Русское водохранилище. Чудесный погожий денек. Выбрался на рыбалку. Сейчас накачиваюсь и вперед на воду. Рядом с травой зацепился такой вот крохотулечный окушок. Сейчас, конечно же, его отпустим. Сегодня вообще, конечно, погода для рыбалки хуже не придумаешь. Штили, яркое солнце. Ну, пока облавливаю такие маленькие заливчики. Может быть, окуньки, какие будут стоять. Поймал уже на вертушку двух щучек. И, честно говоря, решил укрупнить приманку. Поставил опять вот этого толстячка, на которого очень хорошо ловилось в Карелии. Ну, потому что эти маленькие щурята, они так заглатывают вертушку. Мне просто, честно говоря, жалко их травмировать. А так, конечно, для человека погода сегодня просто изумительная, кайф. Ладно, так сейчас вот буду перемещаться от бухточки к бухточке. Буду их облавливать. Так что это я зря. Если сейчас кто-то зацепится, то вытащить будет проблематично. Хотя, мне кажется, там такой миляк. Наверное, пустое все это. Надо на глубину и там джиг покидать. Ждем, когда упадет.
Красота, тишина, спокойствие, но не клюет. Перемещаемся на следующую точку. Очередная точка. Уже, честно говоря, поднадоело менять приманки. Стоит тейлик, и его и кидаю. Не хотят рыбсики ловиться. А между тем уже 5 часов, 1,5 часа до заката. Погода по-прежнему отличная. Ну, для людей. Клёв такую погоду. Как говорят, посредственные. Кроме двух маленьких щурят, которые были пойманы в камышах в самом начале. Ничего. Ну, собственно, я примерно так на это и рассчитывал. Совершенно не расстроен. Чудесный день провел сегодня на воде. Ну, как провел, он еще пока продолжается. Сейчас, наверное, соберем маленький легкий спиннинг, которым я на беляках ловил, и попробуем применить секретное оружие. Я с собой взял специально такую крепкую тяжелую дубину, которую я использовал для донок. Поставим на нее кандовую катушку и попробуем половить троллингом. Ну, вернее, это, конечно, не полноценный троллинг. Точнее, будет сказать, на дорожку. Собираем снасть. Специальных троллинговых приманок у меня нет. Нет. Есть вот эти две. Что самое интересное, вот эту я нашел на берегу на Оке. Кто-то когда-то ее давно потерял. А вот эту я нашел здесь на Рузе. Даже не так далеко от этого места. Где-то там вот. Когда прошлой осенью приезжал сюда спиннинг кидать с берега. Ну что ж, наверное, сначала вот с этой начнем. И потом минут 15 проплывем. Потом, может, поменяем вот этого бандитика. Моторчик тарахтит почти на холостых. Эмоциональной такой насыщенности этот способ ловли не особо интересный, что мотор тарахтит, лодка плывет, ты держишь спиннинг. Но всегда интересно что-то новенькое попробовать. Никогда так не ловил. Единственное, мотор еще новый, не очень хорошо долго так тарахтит ему на хвостых. Сейчас минут 10 так поплывем, потом вымотаю приманку
полчаса до заката и где-то час более-менее светлого времени мне до места, где я оставил машину. Километра, наверное, 2-2,5 отсюда. Что ж, надо потихонечку двигаться. Улов пока такой же, какой и был 2 часа назад, никакой. Но зато я провел просто чудесный, великолепный день на воде. Покидал спиннинг, намочил в воде кучу приманок, даже 2 маленьких щипачков в руках подержал. Руки некоторое время пахли рыбой. Что ж, это очень даже неплохой результат для такого нерыбного дня и для ближайшего Подмосковья с огромным прессингом. Рыбаки, впрочем, почти все, я смотрю, уже уплыли, но зато появились культурно отдыхающие товарищи. Сейчас тут несколько больших катеров носятся взад-вперед, поднимают волну, и мне надо как-то вот так до того острова перешмыгнуть фарватер, чтобы с ними не пересечься. Ладно, сейчас еще раз попробую половить на дорожку. Только перецеплю, наверное, 2 из 2 найденных мной этих троллинговых воблерков. И начну потихонечку двигаться в сторону места, где я буду разбирать лодку. Ну что, поехали. Попробуем половить на дорожку. Попытать, так сказать, счастье на дорожку. Пошла разматываться плетенка. 50 метров отмотаем. Здесь, конечно, очень удобно была бы эта леска. Плетенка, которая варикалор. И через 10 метров цвет меняется. А здесь как-то приходится на глаз половину шпули отматывать. Ну, наверное, как-то так. Все. О! А этот бандит намного более упористый, чем тот маленький воблерок-то.
Ну что ж, пора прощаться. Я прощаюсь с русским водохранилищем, которое подарило мне замечательный день на воде. Давай, пока озеро. Ничего я сегодня не поймал. Ну, это рыба, это дело такое. Иногда ловится, иногда нет. Особенно если учесть, что это совсем даже не Карелия. Ладно, спасибо всем за просмотр. Всем пока, до новых встреч.